Площадкой для проведения профориентационной выставки стал Зимний театр. В нем собрались порядка 8 тысяч человек, учащиеся с 8 по 11 классы, их родители и педагоги. Свои ресурсы и возможности презентовали колледжи, вузы и другие учреждения профильного образования. Мы учимся 4 года, 4 курса. Есть очная и заочная форма обучения. Формы направлений в обучении множество. На выбор будущим студентам такие специальности, как строитель, дизайнер, историк, филолог, медик, повар и многие другие востребованные профессии. Важнейшая часть образовательного процесса – это профориентационная работа. Старшая школа уже давно ориентирована на профиль. Мы надеемся, что наши дети приобретут нужные знания, практикоориентированные и вернутся обязательно работать в город или останутся работать здесь. В Сочи профильное обучение организовано в 34 общеобразовательных учреждениях. В них обучается более 2000 учеников по 16 профилям. В своей презентации агит бригады социально-педагогического, химико-биологического, физико-математического и других направлений профобразования представили не только на стендах, но и на сцене Зимнего театра, показав, что у студентов этих учреждений есть все возможности для самореализации. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.